В этом видео мы скачаем с вами и установим Telegram для разных самых популярных устройств, для телефона и для компьютера. Сайт, с которого мы как раз и можем скачать. Открываем. Дальше выбираем, что нам нужно. Нам не для браузера, нам нужно для Windows. И обратите внимание, тут три версии, да? Одна из них с галочкой, то есть она проверенная, так сказать. А будем устанавливать ее. То есть мы нажимаем здесь вот установить. Как видите, скачивание началось внизу, видите? Сейчас он этот файлик скачает. Мы его откроем, нажав на нем два раза. Так, он нам предлагает запустить. Что мы и делаем? Запустить. Выбираем язык русский. Нажимаем ОК. Выбираем, куда будет установлена версия. Далее, далее, далее. И установить. Дальше программа будет установлена. И посмотрим, как она откроется. Telegram установился у нас на компьютер. Что он хочет в первую очередь? Он хочет увидеть ваш номер телефона, к которому будет он привязан. То есть вам надо ввести ваш номер телефона, нажать «Продолжить». После этого придет код на телефон в смс-ке. Этот код вы введете под телефоном. Появится окошечко, я сейчас этого делать не буду. В это окошечко вы введете код и нажмете «Продолжить». После этого он проверит, чтобы действительно было все введено верно. Продолжится установка. Смотрите. Он пишет на английском. Нам предлагается продолжить на русском. Нажимаем «Продолжить на русском». И теперь все у нас на русском языке. Начать общение. Все. Вы включаете программу, она работает у вас на компьютере. А теперь посмотрим версии для телефонов для Android и для iOS. Так, смотрите, у меня, значит, версия iOS, то есть это iPhone. Нам нужен магазин App Store. Мы его, соответственно, выбираем, нажимаем. И в поиске вводим название нашей программы, которую мы хотим установить. Это Telegram. Нам дается Telegram. Только единственное отличие, у меня он установлен, поэтому открыть, да, предлагает. А у вас будет скачать. Можете подробнее изучить отзывы там и так далее вообще о версии. И после этого нажать «Скачать». То есть, опять же таки, у меня кнопочка «Открыть», у вас будет кнопочка «Скачать». Так, ну ничего сложного. Нажимаете «Скачать», происходит скачивание, и программа у вас установлена на ваш телефон. Теперь то же самое посмотрим для версии Android. То есть тут мы точно так же выбираем Google Play, да, вот этот треугольничек разноцветный, магазин. Здесь вводим в строку поиска Telegram. Вот он нам выдает. И точно так же, как в предыдущий раз, он мне предлагает его открыть, поскольку он установлен. А у вас будет кнопочка все-таки «Скачать». То есть здесь будет не «Открыть», а «Скачать». Вы нажимаете «Скачать». И начинается установка. Скачиваете и пользуетесь приложением. Если видео было для вас понятно и помогло вам, тогда ставьте лайк. Не забывайте. Увидимся в следующий раз.